Матрос Никита Подковальников уже является мастером спорта по боевому самбо. Теперь решил испытать себя в смешанном боевом единоборстве – дзюдо. Говорит, здесь бороться легче. Для победы достаточно уложить соперника на спину всего один раз вместо трех. Можно проводить удушающие приемы. Принять участие в чемпионате Восточного военного округа по дзюдо вызвался сам. Я как бы сам инициативу проявил выступить на соревнованиях, чтобы принести как бы пользу 155-й отдельной бригады морской пехоты. И в дальнейшем поехать в декабре в Москву на уже Кубок министра обороны. Дзюдо – довольно новый вид спорта в российской армии. Этот чемпионат всего лишь третий, который проводят на Дальнем Востоке. По мнению военных, дзюдо наиболее приближено к рукопашному бою, мастерски владеть которым должен каждый. Кто владеет приемами, тот, естественно, точно так же может владеть и с оружием. Почему? Парни приходят более выносливые, ну так их обычно забирают или в спецназ, или в разведчасть, в разведподразделение. Ну и они там показывают себя, проявляют достойно. В этом чемпионате Восточного военного округа приняли участие 60 человек в составе 10 команд всех видов войск Дальнего Востока. Уровень, конечно, очень разный, но сразу видно дзюдоистов, которые занимались до армии дзюдо. И все-таки видны борцы, которые занимались другими видами единоборств, например, самбо, вольной борьбой или там, греко-римской. А уровень, конечно же, необходимо наращивать, поскольку, ну, если поедем дальше на Россию, то уровень там гораздо выше. Победители этих соревнований, кроме кубков и медалей, получат и путевку в Москву на чемпионат по дзюдо среди военных со всей России. Станислав Луценко, Александр Малыгин. Панорама.